28-я ежегодная выставка «Брянская книга» – традиционное и значимое событие для нашего города. На празднике писателей подводят итоги годовой работы краеведов, детских авторов и историков. Здесь есть все жанры, здесь научная литература, художественная литература, очень разная. Все многообразие того, что издается на территории Брянской области. Хочется сказать всем присутствующим слова признательности за сохранение великого творческого наследия, большой вклад в его приумножение и пожелать дальнейших успехов. Спасибо вам большое! На полках книги не только из Брянска и о Брянске. Особого упоминания заслуживают работы о героях специальной военной операции, а всего на выставке более 400 изданий. Уже сейчас с ними можно познакомиться в библиотеках Брянской области. Библиотеки испокон века у нас были хранителями и собирателями книг. Стараются люди, стараются профессионалы, чтобы даже пришедший в библиотеку человек, не знающий, что бы он хотел прочитать на данный момент, подсказать, помочь и отправить домой обязательно с книгой. Мы будем хранить вот не один экземпляр, а много. И самое главное – популяризировать, доводить до жителей нашего прославленного края. Церемония награждения. 10 номинаций. Лучшее научное издание. Дебют. Духовное наследие. И, конечно, книга года. Энциклопедический словарь «История партизанского движения на Брянщине». Спасибо огромное, потому что это победа, такая же победа, как была в партизанском движении Брянщины. Подарить несколько экземпляров, рассказать, что пишут сейчас, поделиться планами. Брянская книга – событие не только для читателя. Кирилл Новиков, Александр Власов, Брянск.